Всем привет! Сегодня нам пришла посылка, мы очень долго ждали. Шла она практически месяц. И была доставлена не Почта России, а другим коммерческим предприятием, что очень нас удивило. Достаточно сложно было найти его и проблематично, так что это вот минус продавцу. Нам не очень это, конечно, понравилось, но посылка желанная. Это посылка лично для меня, это гели-лаки для ногтей. Так что давайте быстрее посмотрим, что же мне пришло. Дальше разрез. Заказывала я в наборе. В наборе должно было быть 7 штук. Угу. Вот так они упакованы. Так, и вот. Так, внутри ничего, все. Это, по-моему, название продавца, если не ошибаюсь, вот это вот изолента. Я помню, вот так, по-моему, звали. Давайте откроем это. Ну, вообще упаковано, конечно, хорошо, чтобы ничего не разбилось, не потекло. Это очень хорошо. Так. Вот три. И еще 4. Ну, все, как, собственно говоря, и планировали. Так, давайте теперь проверим цвета, все ли сходятся. Так, сразу возникает вопрос. Здесь должен быть один длинный финиш и одна база. Это специальные лаки для ногтей. Ну, давайте проверим. Они не подписаны, что очень странно. Обычно пишут. Так, ну вот первый лак, какой цвет? Цвет красно-бордовый, все правильно. То есть такой я и заказывала. Да. Второй. Вот, это либо финиш, либо база, но почему-то это не подписано никак. Не знаю, конечно, как это может быть определяется. А, вот, два. То есть это, видимо, второй слой, то есть, скорее всего, это финиш. Ну-ка, первый. А вот первый. Ну да, значит, вот это база, это финиш. Откладываем в сторону. Все понятно. Так, второй цвет. Ага, это белый. Все правильно. Сзади все цвета подписаны по номерам. Так что. Угу. Цвет голубой. Я, насколько я помню, еще должен быть. Какой же там должен быть? Розовый, по-моему. Вот он, да, розовый. А, и персиковый. Персиковый, скорее всего, да, это персиковый цвет. И должен быть светло-розовый. И светло-розовый, собственно говоря. Но на картинке чуть-чуть другой, но, скорее всего. Я думаю, никто не ошибся. Все лаки хорошо доставлены, выглядят очень даже неплохо. Цена соответствует качеству. В принципе, покупкой вполне довольна. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Всем пока!